середина лета. И вот в эту середину лета посмотрите, кто пришел к нам, кто поспел. Какие красивые персики, да? Ах, запах персиков прямо разносится на всю мастерскую. И мы сегодня с вами посвящаем нашу картину Андрею Тарковскому. И вот насколько красивые его кадры все, настолько мы сегодня красивую сделаем картину. Вот это последний кадр из фильма «Жертвоприношение». И я не могла пройти мимо этого кадра, и мы с Вовой спечатали его для того, чтобы хоть чуть-чуть передавить, да, ту ситуацию перед тем, как он, этот главный герой, это все сожжет. Я надеюсь, что вы тоже возьмете персики и положите рядом с собой. Потому что запах персиков и их форма, ну, очень напоминает то, что делал Андрей Тарковский в своих фильмах. Он как бы приближал дух человека, дух художника, дух вообще жителя Земли к тем предметам, которые окружали этого человека. И мы сегодня постараемся то же самое сделать. Давайте начнем.